Приветствую вас, дорогие подписчики! В этом видео мы расскажем о закате Тверского трамвая и пройдемся по старой сети от автовокзала до депо номер 1 площадь Капашвара и до депо номер 2 Соминка. Приятного просмотра! Пик своего развития Тверской трамвай прошел в период с 1992 по 1993 года, после чего трамвайная сеть стала постепенно закрываться и демонтироваться. Так, в период с конца 1992 по 1993 года были закрыты маршруты номер 7 ДСК Мигалова и номер 9 КСМ-2 Бульвар Цанова в связи с малым пассажиропотоком на всем протяженности пути. Затем в 1997 году был закрыт маршрут номер 2 Мигалова автовокзал. Основной упадок сети пришелся на нулевые года. Тогда в период с 2000 и по 2010 года было закрыто 9 маршрутов по причине износа путей и нерентабельности транспорта, а именно маршруты номер 1, 3, 4, 8, 12, 15, 16, 17 и 18. Направляемся по заброшенным путям Тверского трамвая от авто до железнодорожного вокзала. Этот участок был открыт в 1984 году и проработал до 2018 года. Вблизи вокзала трамвайная линия берет крутой поворот на проспект Чайковского в сторону площади Капашвары. Движение трамваев тут впервые было открыто аж в 1901 году и остановлено также в 2018 году. Сама площадь Капашвара представляет собой сложный перекресток, где пересекаются не только автодороги, но и трамвайные линии по пяти направлениям, одно из которых – депо номер 1 с одноименным названием. Само депо номер 1 проработало с 1934 и по декабрь 2011 года. Весь подвижной состав был переведен в депо номер 2, а объект выставлен на продажу в удручающем состоянии. А здание главной проходной и музея городского электротранспорта было передано в руки МВД. После 10 лет бесконтрольного отношения к объекту, здания превратились в руины и выгорели, вследствие чего было принято решение об организации охраны и ремонта забора. Поэтому на депо номер 1 изнутри нам не удалось посмотреть, но мы не отчаиваемся и выдвигаемся в сторону депо номер 2 Соминка. К сожалению, дальше путевое сообщение было уничтожено в 2018 году, после закрытия движения. И от депо номер 1 площади Капашвара и до депо номер 2 Соминка пути не сохранились. Однако, помимо проспекта Чайковского, трамвайные пути в Твери еще можно видеть на улице Дарвина и на Петербургском шоссе, вблизи вагоностроительного завода.
августа 2015 года износ системы был настолько большой, что закрыли всю транспортную сеть на ремонт. Большая часть путей была демонтирована, но к концу 2016 года запустили обкатку отремонтированных путей по маршрутам номер 5 и номер 14. Но к 2017 году в работу был запущен только маршрут номер 5, который базировался в депо номер 2, а депо номер 1 так и не открылось с 2011 года. После окончания полного ремонта сети к сентябрю 2017 года были закуплены новые комфортабельные трамваи серии City Star, разработанные Невским заводом электрического транспорта и собранные на Тверском вагоностроительном заводе. Старый подвижной состав, еще пригодный к работе, был отремонтирован и перекрашен в корпоративные цвета Тверского трамвая. Однако в ноябре 2018 года снова произошла остановка трамвайного движения на неопределенный срок и впоследствии осуществлена разборка путевого хозяйства, а в августе 2019 года сокращено 28 вагоновожатых. В 2020 году начато списание трамвая в депо номер 2 Соминка в следующем составе. Трамвай City Star 71911 в количестве 8 вагонов, Tatra T3 6 вагонов, трамвай 71608 КМ 6 вагонов, Tatra T6 B5 8 вагонов, трамвай 71605А 3 вагона, LM99AEN 2 вагона, трамвай 71608К 14 вагонов. По пути к депо номер 2 Соминка мы встречаем недостроенный торговый центр, который, конечно же, решаем посетить. Сам по себе объект представляет из себя голый каркас с межэтажными перекрытиями. Добравшись до депо номер 2 Соминка, мы встречаем огражденный периметр, живую проходную, памятник трамвая Татра и пустые пути, на которых еще за пару недель до нашего посещения стояли трамваи на списание. Само депо номер 2 Соминка делится на две части: ремонтно-эксплуатационная часть, где занимаюсь обслуживанием и ремонтом трамваев, и испытательная часть, где проходили отработку вновь разработанные подвижные составы. Ходил слух, что депо номер 2 числилось как объект повышенной важности и поэтому серьезно охранялся. Однако в годы разрухи депо иногда использовали как разворотный круг, и пассажиры могли наблюдать за внутренностями объекта. Thank you.
Похоже, тоже резали. Аушки. А, я нормально. Форточки-то они хоть открыли, а то там жарко. Да и мне жарко вроде нормально. Я на том, что форточки открыли. Депо номер 2 Соминка до сих пор не числится заброшенным, и на его территории до сих пор остается действующий технический подвижной состав. На 2023 год все вагоны вывезены или утилизированы. На данный момент ведутся разговоры о реабилитации трамвайной сети, но безрезультатные. Причины смерти Тверского трамвая называют следующими. Дорогое обслуживание путевого хозяйства, что в итоге стало причиной его изношенности и привело к закрытию ряда направлений. Неконкурентоспособность по сравнению с частными перевозчиками, плотность потока и скорость движения маршруток оказалась выше, чем у трамваев. Пересечение трамвайными маршрутами загруженных улиц и перекрестков, что создает дополнительные заторы. Судьба Тверского трамвая до сих пор остается нерешенной. Ну а с вами был Иной взгляд. Ставьте свои вагоновожатские лайки, оставляйте тверские комментарии и подписывайтесь на наш канал.